Начался первый день чемпионата России в формате 8 на 8. Один из самых, наверное, сумасшедших трансферов данного чемпионата — Алексей Медведев. Тренирует «Титан», играет за «Курск». Как так получилось? Расскажи. Ну, от Дениса Лопатева получил предложение. Просто мы определились, что на этом турнире я за «Титан» играть не буду, буду только руководить. Он мне предложил, я сказал, что ну, если будет получаться, то я рад им помочь, вот, насколько смогу. Вот. Ну, так приходится пока тяжеловато, приходится перебегать с поля на поле. Вот. Но в любом случае я сразу обозначил свои приоритеты, что для меня, конечно, все на первом месте стоит «Титан», там для меня это все важнее. Ну, а здесь, естественно, не собираюсь номер отбывать. И сколько есть сил, помогу помочь по максимуму команде. Как Александр Зуев воспринял данную новость? Ну, Денис Лопатев сначала вообще первым позвонил Александру, вот, спросил его мнение, он сказал, что ну, если я сам буду готов, то он, в принципе, не против. Он понимает, что я все равно все мои мысли в основном направлены все на «Титан», вот, ну, а здесь я говорю, как игрок, опять же, помогу по максимуму постараться, ну, помочь, точнее. Как прошел первый матч, удалось ли сделать все, что хотели? Ну, «Титан» выиграл, в принципе, 10-1, порадовал, перебежал сюда, и тоже здесь, пусть такая очень тяжелая, трудовая, но очень важная стартовая победа со счетом 3-2. Сейчас, скажем так, только начинаем еще между собой сыгрываться, еще, скажем, до идеала очень далеко. Ну, я говорю, сейчас важнее, наверное, в первую очередь выходит результат, группа очень непростая, поэтому важные 3 очка, чтобы выйти из группы дальше в плей-офф. Спасибо большое, вам удачи, спасибо.